Работы пермского фотохудожника Анатолия Малиновского хорошо известны нашим зрителям. Их часто показывает галерея «Морис Арт». Фотографии мастера и его дочери можно увидеть в холле органного зала. Для экспозиции «Точки совпадения» фотохудожник отобрал свои работы из разных циклов, которые совпадают с образами кинолент режиссера Андрея Тарковского и его полироидными снимками. Выставка – вторая часть проекта, посвященного юбилею великого российского кинорежиссера. В экспозиции, помимо фотографии Анатолия Малиновского и полароидов Андрея Тарковского, еще будет присутствовать поэзия отца Андрея, Арсения Тарковского. На творчество Андрея все равно очень сильно повлиял отец. Его образный ряд, просто некоторые стихотворения, прямо иллюстрации его фильмов, кадров из фильмов. На афише проекта даже не три, а четыре имени. Еще одно – Феофан Грек. Вернее, стихотворение, посвященное средневековому иконописцу, творчеством которого восхищались оба Тарковских. И это не случайно. Библейские образы, изображения на старинных иконах – источник неисчерпаемого вдохновения, говорит фотохудожник Анатолий Малиновский. Задача художника, да, – это создать образ. Вот ради чего существует искусство, да, – это создать образ. Самая главная книга искусства – это Библия. Все искусство берет начало от нее в том виде, в котором мы сейчас его понимаем. Любимые фильмы Анатолия Малиновского – это «Ностальгия» и «Зеркало». Хотя сказать о прямом влиянии на его творчество фильмов Андрея Тарковского нельзя, говорит пермский фотохудожник. Здесь скорее близость восприятия. Ведь формируется все с самого детства. Когда вообще художник формируется, любой человек формируется, да, его сознание, его восприятие жизни. Когда это происходило у меня, Тарковского, фильмов Тарковского еще не было. Вот поэтому, а вот любовь к ржавым железякам, да, она, видимо, была до Тарковского с детства, как у всех мальчишек, наверное. «Точки совпадения» – это интерес к тонким мирам, полутеням, рассеянному свету, забытым церквям, трещинам на стенах, всем отражениям человеческих историй. Выставка откроется сегодня и будет работать до 27 октября в библиотеке имени Пушкина в Малом зале на первом этаже.